Здравствуйте, мои дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз зашел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. И как вы думаете, что вот это такое? Версари, носик. Ай, носик, носик. Чего нюхала? Что вы думаете, это такое? Вчера у меня вышел ролик, что я болею и не могу сходить в магазин, купить для орхидеи пересадку, горшки. Сегодня лежу на диване, слышу, собака лает, заливается. Думаю, да что такое? Телефонный звонок. Открывай. К тебе пришел курьер. Я открываю дверь. Два больших пакета стоит. А меня посмотрела моя подруга. Услышала, что я болею. Что у меня горшков нет. Ну вот, и отправила. Она не смогла прийти ко мне на день рождения. А вот я до сих пор со 2 января получаю подарки. Вот смотрите, что она мне принесла. Коробка конфет. Бутылка вина. Марина, спасибо, но вино мы с тобой вместе выпьем. Когда мне получше будет. Вот. Грунт для фиалок. Питательный субстрат для орхидей. Мои любимые горшки для фиалочек. Целых 2 горшка мне он дает. А, Марина, ну ты даешь. Для тех, кто первый раз зашел на канал, я хочу продемонстрировать еще раз эти горшочки. Они мне очень нравятся, удобные. Видите, они как разбираются. Вот сюда можно воду налить. Вот так вот закрываются. Вот видите, как очень удобно. Мне так нравятся эти горшки для фиалочек. Вот для орхидей подкормки. Укрепляет иммунитет. Ну, Марина, Марина. Вот для орхидей 2 горшка. Конечно, бы я хотела прозрачные. Ну, ладно, посмотрим, что можно будет придумать. У меня уже есть план. Созрел. Хочу сделать шикарную композицию. Дренаж. Ой, Марина, Марина. И знаете, что еще? Я половину уже съела. Рыбка вкусненькая. Марина, очень вкусно было. Половину съела. Вот. До сих пор получаю подарки. Спасибо большое, Марина. Было очень приятно. Вино тебя дождется, выпьем вместе. Друзья, спасибо вам за компанию. Удачного дня, удачного вечера. Хорошего, солнечного вам настроения, здоровья. Конечно, это самое главное.
Пока-пока. Ваша Оля.